Напрасное подозрение. Я понял так, что все религии сходятся на одном. Все говорят, что нужно жертвовать. Не является ли все это бизнесом? Ваши подозрения напрасны, что всякая религия – бизнес. Они исходят из вашего незнания, что такое любовь к Богу и любовь Божья к человеку. Истинная религия основана не на жертве человека, а на жертве Бога. Основа истинной религии – любовь. А любовь можно доказать только жертвой, конечно, доброхотной жертвой. Чем Бог доказал свою любовь к человеку, грешнику? Жертвой. Он отдал в жертву за грехи людей своего Сына Единородного. Точно так и мы, верующие, должны учиться отвечать любовью на любовь. Самые горячие чувства и пожелания без жертвы подобны бесплодным деревьям или облакам без дождя. Там, где есть истинное христианство, там жертвенное служение Богу неразрывно связано со служением человеку. Даже больше, в этом и есть служение Богу.